Мы сразу немедленно подошли к этой женщине, спросили, что случилось. Она пояснила, что у нее отошли воды, начались схватки. Мы сразу немедленно сообщили об этом в СУН, и было принято решение мной доставить ее в 4-й роддом для следующего передачи медицинской помощи. По прибытии в 4-й роддом данная гражданка была передана медикам. После того, как мы уже узнали, спустя минут 30, что она родила девочку на 3 килограмма 100 грамм.